Всем-всем привет! А мы в Калибре. Я сходила в салон после того, как долго сидели дома. Все, что меня поднимает обычно быстрое настроение, это салон и шопинг. В итоге волосы обновила, цвет, брови. Сегодня еще ногти обновлю. Отросли. Ерсултан со мной сегодня. Камера, конечно, не передает. Красиво так. Снова амбассадор синего трактора. Как ты делаешь? Давай подумаем. Пальцем вот так делай. Мы вышли из салона. Сделала себе маникюр. Всем-всем привет! Сегодня утро, пятницы. Вчера у меня родила подружка третьего ребенка. Я так рада. Только вчера вроде бы мы играли в куклы, ходили друг к другу в садик с ночевкой, а уже у нас дети. До сих пор никак не укладывается в голове. Я опаздываю на мастер-класс. Сегодня у меня по керамике. Жуткие пробки с утра. Поэтому решила ехать не на машине, а на метро и самокате. Самокат, как всегда, подводит, что его не везде можно оставлять. Что это фактически такое центровое место, откуда пошло развитие европейской цивилизации. И как ни странно, есть пересечение с Критом. И об этом мы тоже будем говорить. Вот. Там много разных всего. Классно. Поэтому вот всем что рекомендую значит фарфор. Да, делать подсвечники из фарфора. Они прям шикарные. Смотрите, магия. Сади. Я не знаю, как он тут. И насколько она еще. Что сидишь? Свои сладости. Да есть все. Все хочется жрать. Ерсултан показал обрезание свое, ему дали деньги. Потом ему еще сладости. А здесь очень вкусная трюфельная пицца. Трюфельная курица. Трюфельная пицца, а не курица. А ты подписал на мой канал? Нажми красную кнопку подписаться. Будет еще веселее. Не знаю, откуда ты это знаешь вообще. Я не учила такому. Задание будет осложняться. Теперь плаваем справа налево. Этот сложнее. Вот так была стрелочки. Вытазаем наш урок. Раз. У него дверь сборена. Два. Три.
Всем-всем привет! А мы собрались открывать лыжный сезон. Поедем кататься на лыжах. Я тут все собрала. Ходим и в путь. Едем в лесную сказку. Базарский движ. Эти вон идут с игрушками. Это как будто видео из 90-х. Холодно! Аделя будет сейчас кататься на лыжах. Тебе уже одели лыжи, да? Капец, тут снег идет. Дети машут. Мы сняли тот же домик, что в прошлом году. Единственное, здесь нету туалета. Приходится ходить сюда. Снега так много. Прямо валит. Это твоя малышка? Аделя, малышка. Аделя, иди. Как ты сказал, мне Лялю нужно. Пойдем сюда, моя малышка. Он говорит, дай ей молоко, он обычно говорит. Детям главное не сок в груши. Давай сейчас тихо расскажешь. А я за то, что без детей. Мама, подскажи мануар. Сейчас по очереди. Пытаемся одеть экипировку. Это еще тот спорт. Второй раз спускаемся. Классно. Оказывается, не забыли, как кататься. Но этот первый раз было немного страхово. Второй раз уже получше. Сейчас уже будем нормально кататься. Вот, жена молодец. Чувак, это рэпчик. В итоге
раньше тебя приехала? Как так получилось, что я раньше тебя приехала? Я думал, ты там чуваку помогаешь, как ты упала. Оказывается, там просто была куртка такая же у человека. Я подумал, что это ты, я ждала тебя, а потом спускается. Я говорю, ты не ойдешь, что ли? А я думала, ты улетел, я за тобой гоню, быстрее, быстрее. Оказывается, я первая приехала. Я первая! Это девушка. Она такая добрая, но с характером. А ложный? Да. Надо, чтобы это до машины дойти. Это получается спасибо. Понадобится. Спокойный. Эрик? Да. Спокойный сразу, Эрик. Наш завтрак. А что? Просто знакомлюсь. Просто знакомлюсь. Как зовут тебя? Меня зовут Человек-паук. Меня зовут Человек-паук. Тоже что ли? Как вы получились? Давай, Стив, расскажешь нам. Добрый. Дедушка Мороз к нам пришел сегодня. Рады видеть мы его. Праздник новогодний. Ура! Не вставай. Что-то болтает еще там? Ага. А? Что-то возмущается? Давай. Сейчас я вас достану. А у меня билет же поменять же надо, да? Иди, Красночки. Сома-то. Уже в городе идем на спектакль синего трактора. Мечтаю о Султане. Как здесь интересно. Балкон, сектор, балкон. Какой пол интересный. Султан набрал то, что продавалось там после концерта.
пришел Бармалей, да? Персик, как там? Персик. Ну, расскажи стишок.